Воскресным утром в 5 утра полыхал частный одноэтажный дом с верандой на Рыбацком переулке. Дома никого не было, хозяин ушел на рыбалку. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 6 единиц боевой техники и 30 человек личного состава. К моменту прибытия общая площадь пожара составляла более 80 квадратных метров. В результате пожара жилой дом и строение веранды были полностью уничтожены огнем, а также был поврежден легковой автомобиль, стоящий возле дома. Пострадавших нет. Дознаватели пожарнадзора ведут проверки, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. А мы призываем быть внимательнее со своим имуществом, особенно в эти жаркие дни.